Хорошее впечатление. Я достаточно доволен тем, что сегодня было. Что-то еще? Михаил, в Саранске вы признали, что было очень тяжело кататься в тяжелом физическом состоянии. Удалось ли набрать оптимальную форму чемпионата Европы? Да. Михаил, вот сегодня первый раз вышли на этот лоб, потому что все там в итоге на дню катались. Mm-hmm. Это как бы было, как это разница, это сложно было или собраться на трубу? В принципе, по качеству льда он такой же. Может быть, чуть-чуть главная арена больше, чем тренировочная. А так, во всем остальном все то же самое. Михаил, было ощущение, что вы где-то в глубине души хотели сделать четверной лутц? Нет. Нет? Нет. Точно? 100%. Какой настрой у вас перед произвольной программой? Боевой. У вас сегодня лаконичный ответ. Да. А у вас вообще в последнее время очень лаконичные ответы стали. С чем это связано? Повзрослел. В каком смысле? Во всех. Спасибо большое.